Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 245, из раздела деления десятичных дробей. Вычисление частного десятичных дробей в общем случае. Мы будем находить частное, представив данные дроби в виде обыкновенных, и, если возможно, выражать ответ в виде десятичной дроби. 0,7 разделим на 0,3. 0,7 перенесли запятую, получили 7, деленное на 3. Записываем в виде дроби, выделяем целую часть. Получилось 2,1. 3,5 деленное на 3. Переносим запятую на один знак, получаем 35/30. Выполняем сокращение. Делим 35 на 5, получаем 7. 30 делим на 5, получаем 6. Дробь неправильная. Выделяем целую часть. Получаем 1,1. Задание В. 2,5 разделить на 9. Переносим запятую. Получаем 25/90. Сокращаем данную дробь на 5. Получаем 5/18. Задание Г. 4,2 разделить на 2,8. Перенесли запятую в делимом и делителе на один знак. Получили 42/28. Выполняем сокращение. Разделим на 14 знаменатель и числитель. Получим 3/2. 3/2 – это 1,5. Задание Д. 0,33 разделить на 0,9. Переносим запятую на два знака. Получается 33/90. Сокращаем данную дробь. Сократить можем на 3. Получаем 11/30. Задание Е. 0,24 разделить на 1,5. Перенесли запятую на два знака. Получили 24 деленное на 150. 24/150. Разделим 24 на 3. Получим 8. 150 разделим на 3. Будет 50. При делении 8 на 50 мы получим 0,16. Задание Ж. 3,5 разделить на 1,5. Поступаем также. 35/15. Сокращаем. У нас получается 7/3. Это 2 1/3. 0,4 разделим на 1,2. Переносим запятую на два знака права. Вправо получается 4, деленное на 120. Выполняем сокращение. Делим числитель и знаменатель на 4. Получаем 1/30. И последний пример. 3, деленное на 1,2. Это 30, деленное на 12. Выполняем сокращение. Делим на 6. Получаем 5/2. 5 разделить на 2 будет 2,5. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.